Здравствуйте, меня зовут Екатерина Голдина. Вы смотрите программу «Афиша» на телеканале «Самара ГИС». Весна в самом разгаре. Давайте не будем терять ни минуты и построим интересные планы на грядущие выходные. В эти выходные в Самаре пройдет фестиваль-выставка животных из приютов «Друг человека». Мероприятие проводится уже в 9-й раз, и традиционно в нем принимают участие городские приюты и волонтеры, помогающие бездомным животным. На предстоящей выставке ожидается участие около 200 собак и более 200 кошек. Если вы давно мечтали о пушистом друге, то, может быть, вы встретите его именно в эти выходные. Животные можно забрать домой бесплатно. Помимо выставки, эксперты выступят с лекциями по выбору, воспитанию и по уходу за животными, расскажут об интересных техниках дрессировки собак и продемонстрируют умения своих подопечных. 15 и 16 апреля. Выставочный центр «Экспо Волга». В музее-галерее «Заварка» открылась выставка, посвященная резным наличникам. Одна из особенностей исторического центра Самары – большое количество дореволюционных деревянных домов, многие из которых богато украшены декором, а главным художественным элементом выступает резной наличник. В каждом из трех залов галереи представлены предметы, связанные с деревянными наличниками. Это дореволюционные, советские и современные столярные инструменты, детали резного декора, литература и сувенирная продукция, посвященная окнам старых домов и обрамляющим их деревянным украсам. Выставка продлится до 31 мая. Вход свободный. Самарские модельные библиотеки уже давно стали точками притяжения для горожан. Здесь можно не только уединиться с книгой, но и поучаствовать в различных активностях. Например, библиотека народов Поволжья в это воскресенье приглашает взрослых и детей старше 10 лет на познавательную программу «Музыка средневековья». С помощью очков виртуальной реальности посетители смогут переместиться во времени, узнать, на каких инструментах играли в средние века и познакомиться с музыкальным искусством этого исторического периода. Начало в 12:00. Трудно сегодня найти театр, где бы не шел спектакль по роману Достоевского «Преступление и наказание». Роман настолько всеобъемлющий, что каждый режиссер находит в нем свои темы, поэтому и спектакли везде разные. Есть и у театра камерная сцена свое представление о том, в чем видел Федор Михайлович спасение человечества, поэтому и спектакль называется «Эпилог». Спектакль камерной сцены о любви. Студент Раскольников, совершивший преступление, ломавший голову над мрачными загадками бытия, вдруг обнаружит, что истина проста и светла, как луч солнца, зеленая трава и поющая птичка в кусте. Приходите на спектакль 22 и 23 апреля, начало в 18:00. На этом у меня все. Выбирайте то, что больше по душе, и отправляйтесь отдыхать. Всего вам самого доброго. Увидимся на следующей неделе. We'll be right back.